Приветствую вас, друзья, мы продолжаем играть в игру под названием Try Hard Parking, которую, напомню, можно скачать абсолютно бесплатно по ссылке в описании. Так, кстати, вышла также новая версия, смотрите, альфа теперь 0.6, раньше была 0.4. Так, ну и мы продолжаем, осталось на самом деле всего лишь два, по-моему, уровня, или даже один. Вот этот вот длинный трек, смотрите, кстати, появилась вот такая вот карта-схема, и здесь два бонусных уровня появилось. Так, окей, значит, три уровня всего лишь осталось. Эти три мы прошли, и три еще осталось, если считать, конечно же, бонусные. Так, ну давайте попробуем проехать вот этот вот длинный трек с этой красной машиной. Появились, кстати, по-моему, новые треки музыкальные. Так, главное здесь не гнать. Хотя потом придется разогнаться довольно сильно. Так. Сейчас бы вспомнить, на самом деле, где сильно разгоняться, а где не сильно надо. Так, ну здесь нормально. Едем дальше. Так, проехали граффити. Так, вот здесь вот не сильный прыжок. Так что сильно разгоняться здесь незачем. Вот так вот приблизительно. Так, нормально. Едем дальше. Так, а где здесь я слетел? Где-то здесь я уже слетел, по-моему, с трассы прошлой серии. Так, давайте попробуем аккуратненько вот здесь вот проехать. Где-то здесь, да. По-моему. Так, не газуем. Здесь вот большой прыжок? Нет, небольшой прыжок. О, кстати, привидение из Пакмана, твою мать. Ну, почти получилось, друзья. Так, ну давайте рестарт, конечно. Так, ну теперь я приблизительно запомнил все. Ну, по-моему, в прошлый раз я тоже там же упал, не доехав до этого привидения из Пакмана. Так, аккуратно. Ну, здесь на самом деле аккуратничать и не надо. Просто едем, сильно главное не разгоняясь, а то обязательно вот здесь вот где-нибудь слетим. Везде здесь можно слететь с трассы. Так, здесь мы притормаживаем. Стоп, нормально. Вот здесь мы как будто цепляемся, здесь действительно какая-то другая поверхность, по-моему. Ну или мне кажется. Нет, пожалуйста, ну твою мать. Ну и все, застрял. Вот говнище. Так, ладно, рестартим. Сразу даем газу. Давайте прям не отпускать газ. Сейчас пролетим быстро. Так. Ну да, здесь на самом деле можно сильно газовать. До вот этого вот поворота. О, смотрите, даже дрифтим немножко. Здесь, правда, застрял. Вот, до вот этого вот поворота. Здесь немного надо перед автобусом тормозить. И вот так вот аккуратненько. Или мне кажется, и поверхность здесь обычная. Блин, опять я слетел. Было бы классно, если бы здесь, в этой игре, была бы еще система повреждений. Так, аккуратно. Стоп. Разворачиваемся. Было бы круто, если бы колеса, например, разлетались. Отваливался, например, бампер, капот бы отлетал, стекло разбивалось. Так. Ну, где-то отсюда нужно уже. Вот здесь вот разгоняться. Вот отсюда. Давайте попробуем. Так, нормально, даже получилось. Я удивлен, честно говоря. Так, а дальше... Дальше не знаю, наверное, отсюда нужно. Я просто не вижу, куда прыгать. Давайте немножко сдадим назад. И здесь сильно газанем. По-моему, да, просто на трассу. Или вот здесь вот в прошлый раз я свалился. Блин. Почти получилось. Мне кажется, я уже доехал. Я был близок к финалу. Были бы здесь чекпоинты. Ну, хотя игра позиционирует себя как хардкорная. Поэтому, наверное, чекпоинтов нету никаких. Так, опять задрифтил немножко. Прыжочек чуть-чуть, и я бы перелетел, друзья. Так, здесь тихонечко мы едем. Здесь мы уже знаем, как прыгать. Примерно вот так вот. Блин, надо, наверное, прыгнуть и не отпускать газ. Ну, вот вы видите, что получается. И рано или поздно мы до той платформы с вами допрыгаем. А там уже дело техники, доехать до самого финиша. Ой-ой-ой, ну надо же тут слететь, это вообще. Надо быть отбитым, как я. Так. Ядрить прыжок. Как я не слетел? И вот здесь вот я мог слететь запросто. Так, ладно, едем. Едем, дрифтим. Нет! Нормально держусь! На тротуарчике. Нет, все, кажись, друзья. Жалко, здесь подпрыгнуть нельзя как-нибудь. Очередная попыточка. Так. Заезжаем на эту платформу. Тогда я газ сейчас уже не буду отпускать. То есть вот здесь вот приблизительно нажимаю газ. Зажимаю.
Не отпускаю. Так, друзья, нормально, немножко перевернулся. Но мы сможем сделать здесь разгон. Примерно вот так, наверное, давайте попробуем. Летим, тормози. Фух, отлично. Так, мы уже продвинулись. Так, куда дальше? Куда дальше? Или мы здесь раньше были, хрен его знает. Так, выезжаем на трассу. Едем аккуратно. Так, здесь прыжок. Пропасть не сильно большая, так что нужно взять небольшой, наверное, разгон. Вот такой вот, тормози. Сука. Почти получилось. Давайте, кстати, посмотрим. А, вот и конец лоу. Да, ну здесь нужно взять небольшой разгон. И тогда все получится. И мы переместимся уже в бонусные уровни. Так, ладно, давайте здесь поднажмем, наверное. Все это проезжать заново, конечно, лениво слегка. Я бы даже сказал не слегка, а очень лениво. В столб впилился, кстати, в первый раз. Жалко, столбы здесь еще сбивать нельзя. Но это только альфа. Игра-то сама полная версия не скоро выйдет. И, возможно, она даже платной будет. Скорее всего. Так, давайте заезжаем сюда. Тормозим. Да нет, ну куда ж ты прыгаешь, ретарда кусок. Итак, 23-я попытка, я снова здесь. Так, аккуратно здесь, выезжаем на трассу. Так, и здесь нужно подумать, какой разгон брать. На самом деле, наверное, достаточно будет вот такого вот отсюда. Давайте попробуем. Тормози, 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 ну ё-моё. Нет, еще меньше надо разгон, это жесть какая-то. Так, ну давайте совсем крошечный разгон попробуем взять. Ну, примерно вот отсюда уже. Или даже вот отсюда. Так. Отлично, идеально, друзья. Осталось доехать до финиша. Осталось совсем немного. Так, все, друзья, мы доехали. 26 попыток на это ушло. Так, следующий уровень. Ну, давайте жмем. Нас перекидывает в бонусный, по-моему. Так, стрелочка. Окей. Камера здесь вообще приближена максимально близко к автомобилю. Ничего не видно. Едем зигзагами, катаем. Это что такое? Так, на платформу мусорные баки, и здесь нужно сильно разогнаться, по всей видимости. Так, ладно, будем знать. Ну-ка, давайте здесь разгонимся, прям дико как-нибудь вот отсюда. Прыжок на крышу, попадаем, отлично. Так, а здесь нам нужно брать разгон или нет? Вот в чем сложность этой игры. Загадка, так сказать, что нас ждет впереди. Вот здесь вот не надо было прыгать. Я поступил правильно, мне повезло. Так, выруливаем. Следующая крыша, здесь еще одна платформа. Здесь у нас уже спуск. Почему, кстати, это бонусный уровень, а не просто продолжение? Выглядит как обыкновенный очередной уровень. Так, на автобус смотрите, лол. Так, стой, 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 стой. На крышу автобуса забираемся. Видите, какие огромные автобусы. Так, на следующий автобус. Опять платформа, но здесь вообще не нужно спешить, как вы видите. Немножко дал газку и все. И упал к хренам собачьим куда-то вниз. О, все, готово, отлично. Со второй попытки. Так, ну и последний уровень. Воу-воу-воу, мы на грузовике. Вот это было неожиданно. Смотрите, здесь что-то можно собирать. Я не знаю, что это, энергия какая-то. Давайте собирать 2000. 3000. Гараж какой-то, который мы можем столкнуть, к слову. Так, прыгаем. Нормально. Ух, протаранили гаражи. Блин, ну мне нравится, как эта тачка ведет себя на дороге. Может снести любого. 6000. Ну давайте собирать все эти штуки. Так, там был съезд сзади где-то. Назад-то я могу сдать, да. Либо здесь можно протаранить. Да, воу-воу-воу, кирпичную стену, смотрите. Разносим. Тут, похоже, просто как можно больше вот этих штук собрать нужно. Так, погодите, туда я съехать не смогу. Значит, мне по-прежнему прямо. Лол, смотрите, кирпичи как будто в невесомости летают. Смотрите, они вверху где-то плавают. Это заезд в космосе или типа того. Так, здесь стоп. Так, поворот. Еще одна эта штука. Но сложности здесь пока что не возникает. Наверное, здесь просто соревноваться на время. Так. Разворачиваемся. Можно вообще не спешить, просто ехать и таранить все подряд. Так, а здесь заезжать нужно, наверное, да? Вот здесь уже придется, наверное, прыжок сделать. Так что давайте возьмем небольшой разгон. Так. Прыжок. Отлично, все взял. И даже, смотрите, почти выехал. Тормози.
Блин, ну почти получил. Хотя, может, сейчас вырулим. Это все-таки грузовик гигантский. Да, смотрите, вырулили. Просто удивительно. Едем, поворот. Тормозим. Так, там платформы разъезжаются. Это проблема. Здесь нужно взять вот такой вот приблизительно разгончик. И... Я даже перепрыгнул эти платформы. Так, назад. Нормально. Мне эти платформы вообще никак не помогли. Блин, здесь, похоже, нужно брать разгон, потому что я не могу заехать. Да, сюда, видите? Никак не получается, сейчас свалюсь точно. Блин. Мне кажется, я был близок к финалу. Давайте проедемся здесь, посмотрим, что здесь еще есть. Было бы круто, если бы я выполнил. Да, финал. Было бы круто, если бы с первой попытки я бы все это выполнил. Блин, а теперь с самого начала. По-моему, эту хрень вообще не обязательно собирать. Главное просто доехать. Или может она дает силу какую-нибудь, типа того. Да очень вряд ли, честно говоря. Так, здесь где-то нужен прыжок сильный. Но эти числа, вон вверху справа, они не отнимаются. Просто как очки какие-то. Так, ну давайте собирать, ладно. Не знаю зачем, правда. И наверняка я и в прошлый раз где-то пропустил. Да, вон внизу там было. Там какой-то съезд даже, но я уже пропустил, так что поехали дальше. Так, а нет, здесь прыжков никаких нет. Я попутал с предыдущим уровнем. Здесь мы просто едем. На чертовом грузовике. Так. Вот здесь вот разве что. Большой прыжочек. Большой разгон. В прошлый раз мне просто повезло. Сейчас, возможно, не получится заехать, и мы просто свалимся. Да, вот я уже свалился, но, кстати... Нет, даже вырулить никак не могу уже. О, тачку зареспало, хорошо. Ты уже хотел рестарт нажимать. Так, давайте развернемся. Заезжаем. Аккуратно. Не, на самом деле здесь и не нужен никакой разгон, наверное. Блин, теперь бы выехать отсюда нормально. В прошлый раз я взял разгон, и, в принципе, у меня получилось. Я собрал даже все эти штуки. Так. Вот приблизительно так и было в прошлый раз. Так, затормозил. Как я вот здесь вот проехал? Непонятно. Хотя... Здесь нормально, а вот дальше такое же место приблизительно будет. У меня не получилось. Не потянул грузовик почему-то. Так, давайте прыгаем. Платформа, пожалуйста, помоги мне. Отлично. Вот здесь вот у меня не получилось в прошлый раз. Ну и сейчас не получится, судя по всему. Так что пока не поздно, нужно сдать назад. Блин, то есть нам нужно, по сути, заехать на вот эту вот заднюю платформу и сделать таким образом небольшой разгон. Но, блин, это трудно. Грузовик очень медленный, а платформы резкие и быстрые. Так, ладно, сдаем назад. Ну вот и все. А нет, платформа немножко помогла. Блин, никак не заехать, видите? Не получается. Только вот так вот как-то, но вперед я уже не проедусь. Точно, не падай. Нет. Ну все, я застрял. Да, все. Ни вперед, ни назад никак. Блин, ну у меня здесь никак не получится. Видимо, градус наклона у этой платформы больше, чем предыдущий, поэтому мне здесь не получается заехать. Обязательно нужно использовать эти странные платформы, которые разъезжаются практически мгновенно. Давайте попробуем. Так, немножко разогнался, но нет, видите, это даже не помогло. Просто жесть какая-то. Блин, сейчас упаду. Еще держусь чудом каким-то. Платформа меня подпихивает. Так, давайте развернемся прямо вот так вот. Наверное, нужно было просто с предыдущей платформы огромный прыжок совершить и как-то здесь пролететь. Так вообще не получится. Видите, сразу разъезжается. Так, они меня подняли. Ну, смотрите, был неплохой разгончик, хоть и небольшой, но все равно у меня не получилось заехать. Ну, я в замешательстве, я не знаю, что мне делать. Давай, грузовик. Нет, не тянет. Ну что, будем мучить эти платформы. Другого выхода нет, я уже вот застрял. Сейчас упаду еще. Блин, теперь бы развернуться как-нибудь. Ой, твою мать. Так, ну слушайте, я еще могу здесь заехать. Или не могу. Давайте поищем здесь.
въезд наверх. Вроде могу, если вот здесь вот как-нибудь вылезу. Давай, протискивайся. Да, могу, похоже. Да-да-да. Вот, отлично. Ну что, давайте попробуем, что ли, с разгона перепрыгнуть сразу несколько платформ в той стороне. Во-первых, здесь небольшой разгон берем, но здесь совсем небольшой. Ой, ё-моё, этого еще не хватало. Здесь вначале запороться. Так, нужно прицелиться. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, вот здесь нормально. Здесь тачка тянет, мы здесь просто проезжаем. А вот здесь вот, вот здесь вот берем мы разгон сильный. Хотя как сильно, здесь-то максимально вот так можно сделать. Давайте попробуем, что из этого выйдет. Не-не-не, здесь... Хотя... Стой, тормози! Нормально-нормально, друзья, держусь. Так. Где-то здесь финиш, по-моему. Да, вот он и финиш, друзья, все, фух. С четвертой попытки, кстати, всего лишь. Так, ну давайте попробуем нажать следующий уровень. Нет, все, больше не работает. Ну что ж, нам остается только ждать следующих версий. Пока что, как вы видите, всего лишь 4, 5, 6 уровней. Считаю бонусные. Ну и все, тогда мы пока что эту альфу прошли полностью. На этом мы тогда закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.